Мишка уже забрался на площадку. Ой, молодец какой. Давай, иди здесь. Сможешь пройти? А, Миша? Либо горка, либо то. Я уже догоняю. Эй! Это не для взрослых. Давай, говорит, катись. Все, Миша столкнул внизу. А ты, Миша? Ты ему мешала. Молодец. Давай, 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 давай. Ты большой совсем. Совсем большой мальчик. Сейчас он тебя еще раз столкнет. Ой, Миша скатываться будет сам. Конечно. Давай, поехали. Поехали. Давай. Побежал, 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 побежал. Какая-то маленькая площадочка. Забирайся. Для детей. Маленьких. Ну, отсюда он не свалится, понимаешь? Мы на взрослую пойдем, но уже под конец. Там, во-первых, могут быть взрослые детки. Позвони Лере, спроси, здесь она, нет? Мишка пошел с другой горки кататься. Ушел на большую, короче, горку. И Катя с Лизой пошли его подстраховывать. Опа! И сейчас я где-нибудь припаркуюсь и буду смотреть. С Мишей. Кать, ты где? Давай, покатились, Миша. Нет, туда нельзя. Туда большим только, сюда это давай. Там большим совсем, и здесь тоже. Куда? Михасик. Подстраховывай его, ты его все равно не удержишь. Мама, а где колеска? Вон она. Иди залезь наверх, смотри за Мишей. На месте твой телефон, иди наверх. Подстраховывай, Миша, да? Лови его, лови, улетит. А ты! Отходи, Миша! Да, скатился! Тебе страшно? Ты чё, Миша скатился, давай! Ну ты даешь, догоняй его! А если свалиться не должен. Жук, блин! Телефон я тоже спрятала, не переживай. Иди катайся, сходи. Лиза сильно не усмотрит за ним, смотри ты. Куда ты полез? Куда ты карабкаешься опять? Миша! А, Миша, язык на плечо и лезет. Миша, смотри, куда лезешь. Катюха, Катя, наверх за ним. А я снизу. Снизу ловишь? Ну, давай. Ой, Мишка тянет тебя на гигантские горки. Лиза, проверяйте, чтобы внизу никого не было, а то зашибете. Лови. Поехали, Миша. Нашел счеты. Дай ему, пусть он поиграет, Лиза. Да, Миша? Все сложил? Давай еще складывай. Двигай давай, двигай, двигай его. Тихо, ты ему по рукам попадешь. Все, сил не хватает. Надо ровно двигать, ровно. Это белый, белый. Вот так. Давай, давай, руками держи его. Зеленый, желтый, синий. Молодец, все собрал. Побежали дальше. Одну лесенку Миша нашел. Карабкаемся. А тут горка. Вот такая большая, которой Лиза, наверное, точно испугается. Она еще выше, Лиза. Аккуратно, там порог, с которого надо спуститься. Миша, иди что-то сюда. Что-то мне страшно ловить Мишу. Миша! Вы в другую сторону пошли? Ага. Смотри, ну, чтобы он не упал. Теперь ее не проверят на этой горке. Ему вот эта штучка понравилась, спускаться. Куда вы? Пойду я вас ловить там. Ох ты! Ох ты! Молодец-то какой! Совсем ничего не боится. Мальчик ничего не боится. Да? Катя, ты где? Подстраховщик. Подстраховщик. Лиза. Катя, ты аккуратнее, доча. Лиза, быстрее. Быстрее. Он уже сюда лезет. Ах ты, Миша. Ах ты, Миша. Сбегает. Тебе придется быстро скатываться, бесстрашно. Как Миша.
Новая-то лесенка. Наверное, Миша пойдет направо. Мне страшно. Как думаешь? Блин, его здесь ловить страшно? И мне страшно скакивать. Скорее всего, он пойдет по тому же пути, мне кажется. Да, он не пойдет направо. Почему? Не надо, пускай. Руку говорит, давай, пошли. Мишка обходит высокую горку. Тебе страшно? Вы же тут ходили уже. Ходили, но она сейчас разваливается. Как разваливается? Она так разваливается. Она трясется немного. Она просто прогибается. Она сильно прогибается. Да что тут? Лиза, тут железо. Сейчас проверим ее. Куда мы идем? Она просто здесь плохо прикручена, вот здесь. Лиза, она считается, потому что здесь плохо закручено. Кто-то не следит за конструкцией. Ну это надо инструменты, но она не свалится, не переживайте. О, там опять Миша, лови его. Ничего, как быстро. Догоняй! Побежал. Мишка все-таки пошел на большую горку, и они уже скатились. Догоняй! А? Так ты ловишь. Ты у нас типа ловитель. Лови его. Он любит лазать по всяким лесенкам. Ну и сваливаться он тоже, наверное, может. Так, не дави его, не дави, Лиза. Нет, по этим штукам вы не будете пока ходить, это рано. Я хочу. Я не хочу. Не Мишу. Миша. Миша, застрянешь. Пошли. Давай на другое на чем-нибудь, Миша. Миш, пойдем, я тебе что-то покажу. Пойдем, Миша, иди сюда. Ага, смотри, какая лягушка. Лягушка. Миш, пойдем. Миш, пойдем на лягушку. Пойдем. Пойдем, смотри, какая лягушка. Смотри. Туда лазить можно. Ну-ка, залазь. Ну-ка, давай. Полез, полез, полез. Ну-ка, полез. Мама. Кто лезет? Давай, 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 давай. Молодец. Миша, а смотри, какая тут машина, Миш. Смотри, машина. Я сейчас схожу за коляской. Иди к нему с ним к машине. Вот такой грузовичок. Мамочка, пожалуйста, по рулю, а то мы это врежемся. А вы что? Не, я оператор. А куда? Куда? Кто-то погрыз, кто-то был голодный. А куда руль дели? А руля не было. А руля нет, так неинтересно. Что это за машина без руля? Его сломали, украли. Надо. Он этим был. Давай. Он так не достает. Ну, ножки не доросли. Куда дальше пойдем? Давай в лягушку. Лезь, лезь в лягушку. Миша, ой, он качелю нашел. Лиза, давайте. Только вы его обе перевесите, поэтому будем просто руками качать. Садись. Я его подстрахую. Давай. Держись, держись. Высоко не надо. Опа, и дай, все? Неровно сидит. Нормально. Кому нравится? Ай, кому-то нравится качели. Вот так. А Лиза нас качает. Все? Давай, давай, пожалуйста, Миша, погуляем. Пусть малышня. Давай, Катя, ты садись. Давай. Кать, садись, а он с Лизой сядет. Катя. Кать, ну сядь, пожалуйста. Сядь. Ничего страшного, она маленькая теперь. Относительно тебя она теперь маленькая. Давай. Катя боится у нас таких качелей с детства. Я так там застряла. Давай, садись. Ладно, догоняйте Мишку. Мишка пошел. Ой, там кто-то плачет. Кто-то свалился.
Мишка полез лягушку. А? Что? Миша! Вообще-то это общее. Мальчишки застряли там. Давайте, лазьте. Теперь можно. О, я серый волк. Серый волк с зубами щелки. А вы что залезли-то? Вы вылазь. За мной! А, кто вылазит? Смотрите, Катя застряла в лягушке. Давай быстрее, Мишка, куда-то чесанул, пошли догонять. Вылезла, выбралась. Ура!